Привет! Сегодня у нас с вами в программе новый эксперимент с Герцем, и в этот раз в эксперименте будет участвовать Искромобиль. В прошлый раз Искромобиль был собран на Каталине, сегодня он будет собран на Кванте. Колеса, коготь, естественно, и три искры на борту. Допустим, Герц у нас с вами уже заряжен, только здесь, в принципе, нет особо машин, которые могли бы похвастаться оружием. Давай постреляем по тестовой мишени. Искра — это такое оружие, которое любит само выбирать себе цели, и нередко оно стреляет врагу по колесам, по оружию, там еще куда-нибудь, там по кабине в том числе, по бочкам, по всему прочему. Вот посмотрим сегодня, как будет этот автовыбор цели, скажем так, искры, работать совместно с Герцем. В теории может оказаться довольно неплохо. Ну и начнем, по крайней мере, с Кванта, у которого есть перк на урон для энергооружия, если по нему не стреляют. Но если не зайдет, то потом поменяем на что-нибудь другое. И да, по вашей же предложке, опять же, вот это у нас из группы ВКонтакте. Кто не знает до сих пор про темку, где можно оставить запрос на то или иное видео, ВКонтакте есть у нас темка, называется «Хочу видео». Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь там с первым постом в этой темке. И потом, если есть желание, оставляйте свои запросы. Либо в комментариях под этим видосом, в принципе, тоже. Но лучше в темке. Также, помимо Искромобиля, у нас с Герцем будет еще Юкай. Протестирован как-нибудь в перспективе. Квант, по-моему, вообще идеальная кабина под Герца. В плане ее динамики. Он довольно быстро разгоняется, довольно хорошо. И при этом ты не успеваешь проехать целых пол карты, прежде чем Герц успеет зарядиться. Прям вообще топчик. Так, а на меня прется? Ясно. Кому еще на меня перется? Ну иди сюда! Иди! Зараза такая. Кстати, хорошо смотри, сразу искра начал. Все! Нет оружия у этого жупила! Искусственно-интеллектуального. Давай, быренько. Давай. Ну отожги. Ну пожалуйста! Искра — это замечательное оружие. Ты жмешь на гашетку и молишься. Тихо, погоди, дай-ка я спрей. Ну, конечно, у вас баба Клава. Ты бабу Клаву с собой позвала, да? Ты не могла без бабы Клавы прийти? Я тебя просил одну приходить ночью на сеновал. Да ладно! Оливия, это что, это все, кого убьют он за всю катку? Даже не добьют эту? Грасси, у которой нет оружия. Если бы ее убили, на самом деле, мне бы тут, может быть, еще немножко очков бы донакапало. Но... не накапает. 308 очков, и это третье место по команде. Ай да мы да молодцы. Вот как тоже бывает. Причем я же даже, извиняюсь, переотжал в какой-то момент, когда пытался отбить второй миниган там. Переотжал эти искры, чтобы они по-другому расположились, запустили свои струи с таким расчетом, что, может быть, удастся все три сфокусировать на оружие, но нет. Самое первое оружие мы подъехали идеально прямо с перком Кванта. С перком нашего напарника. И все три струи полетели прямо в оружие, прям моментально вжух нахрен выжгли оружие врагу. А со вторым, оружием начался фантастический эротический трейлер с элементами трагикомедии под названием «Стрелять, молиться». Я, наверное, слишком тихо молился, не знаю. Все может быть. Ну ладно, новый бой, новая история. Не новый фантастический эротический триллер. Погнали. Сюда пока выезжать не буду, там что-то это... слишком много красных, нафиг оно не надо. Хотя он здесь какой-то один. Нет, теперь тут каких-то два. А пока я здесь стою, у нас уже минус два. Боже, какая прекрасная картина. Че у тебя пушки? Вижу. Ой. А ты такой опасный, как Ховерс с чем-то. Че у тебя? А, о, ясно. Дэйв, ну тебя еще здесь не хватало, ты... мерзопукательный ты этот, блин. Так. Ковр, не на... Да ты смотри, какой хренов снайпер! Да офигеть просто, какой молодец! Но что-то я ему там выжег. Выжег я ему там что-то, он начал волноваться. Чё я тебе выжег, рассказывай. Да блин, вас там сколько сидит на хвосте, да... Прекрасный бой. Прям... оповый, я бы сказал. Прямо как предыдущий. 162 очка, четвертое место. В топе опять челик, у которого 390. Ну хорошо, давай дальше. Я даже не знаю, в какой жанр определить предыдущий бой. Но уже на самом деле пора думать над жанром этого.
третьего. Так, квант заряжен, герц заряжен. И враг тоже заряжен на убийство меня. А, то у нас с гранатометами. Но он сейчас быстро, на самом деле, откиснет, это понятное дело, а нас тут до хрена. Я ему, кстати, ни много ни мало, два косаря уже настакал. Правда, третья искра у меня сейчас не доставала, третья искра, которая была ближе всего. Надо будет ее вперед, что ли? Хотя нет, надо просто поближе к врагу подъезжать, и все. Если я поставлю ее поближе, то она будет быстро отваливаться. Подожди, мусье, постой. О, как хорошо, сейчас в оружие прям зашло все. Красиво, минус. Че? А, это опять тот ховер. Блин, ховер, давай с собой раз на раз. Правда, я первую плюху от тебя уже получил. Так, нет, ховер, раз на раз у нас с тобой опять отменяется, мои союзники подошли. Сейчас я его догоню и немножко притормозить смогу. А он сам себя притормозил. Ему уже не требуются никакие вот эти вот замедлялки. Прекрасно, идеально, боже, это прям вот... Это было прям то. И ховер, кстати, было со стриями, а не с медианами, я ошибся. Если я про это вообще говорил, сейчас не помню. То в полубое иногда, блин, заговоришься, что-нибудь как ляпнешь, потом... После монтажа видео пересматриваешь и думаешь, как? Как ты мог это сказать? Почему ты это не заметил? Нет! Ну уже ладно. Комментирование в полубое, оно такое. Так, давай к фабрику забираем этого. Ладно, не забираем, давай вот этого. Че у тебя? То у тебя тоже была искра, ни хрена себе. Во, вот это уже будет поинтереснее задача, то посерьезнее. Надо вилять. Надо вилять то. Смотри, как красиво он мне одну искру уже выбил. Я ему тараном выбил ховер. Да что мне на голову-то, блин, присаживается? Так, все, этому пирожку тоже крантиссимо. Окей. Не, ну ладно, это был экшен-боевик. Определим этот бой сюда. Ну так, более-менее. С небольшими элементами драмы и вестерна. А еще, так как у нас присутствует погоня, то не исключено, что это будет немножко форсаж. Привет. Здравствуй, дрон. Ты ни хрена чего не сдохла? Он от старости внезапно умер, а не от того, что я его убил. Он и сюда сейчас пойдет? Да-да-да-да-да, вот ты где. Вот ты где, мой хороший, вот ты где, мой дорогой. А есть еще дроны? Этих я уже все скушал. Нет? Ну ладно, пока. Не кашляй там. Я не хочу за ним гоняться, на самом деле. Лучше поставлю здесь, позахватываю базу и подефаю союзников от его дронов. Ой, прилетели, прилетели, прилетели. Ну какая прям это самая, даже не знаю, что делать. Все, кранты. МБП. 2073 очка, 4 фрага, 3 ассиста. Вот, совсем другое дело. А к какому жанру отнести второй бой, оставляю на вашу совесть, короче говоря. Что придумаете, то и да. А у нас, смотри, четвертый бой на темной мрачной карте. Походу это будет хоррор. Хотя с такими цветами, возможно, это будет романтическая комедия. Сейчас кого-нибудь заромансим. Минус дроны. Хорошо. Так, здесь что? А, здесь СПЕП. Разберешься? Разберешься. Ты ж дробал, что тебе не разобраться-то. Так, нас там один обошел, второй ушел наверх. Ладно, дай-ка я назад лучше. Так, отлично. Одна пушка минус. А вот по Аврорке что-то не попадаем. Ладно, давай просто жарить. Хорошо. Дрону давай спрячемся. О, привет, как твои дела? Тоже хорошо, я вижу, вижу, вижу. Как внезапно хорошо идет отработочка. Прям вообще победа. Правда, всего 567 очков. Ладно, будем считать, что предыдущий бой это был какой-то очень короткий сериал, который закрылся после неудачного пилота. Он очень быстро закончился. Погоди-ка. Ладно, без проблем. Не, и правда, в принципе, элементы хоррора все же присутствуют. С этими дронами так прям стопудово. И то, что я дронов убил, это хорошо, но плохо то, что потерял все перки и вообще все-все-все. Погоди, отойти. Надо отойти, 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 отойти. Отойти. Так, минус одна. Да что ж ты ко мне-то пристал-то так? Ну, неужели забрать тебя вообще некому? Толпа союзов вокруг. Там еще... Ага, там у нас стоят вальсы. Там испепелитель, там что-то еще. Поехали, короче, к этому что-то еще, потому что тусить под обстрелом красненьких как-то вообще не камильфо. Там дронов родили. Так, к этой штуке не пойду, вот к этой штуке пойду. Опять дроны, блин, опять на дроны сейчас уйдет перк. Ну ладно, что делать-то. Я понимаю, что они тут ближе. Ладно, давай уже поехали. Привет, Испеп. Ну-ка, что у тебя отвалится первое, давай выясним.
Мэтьюс, ну блин, ну почему Мэтьюс? Зачем ты, Мэтьюс? Погоди, отходим, пока этот бэкспейсится, хорошо. Мэтьюс, ну давай. Да, дроны. О боже. Давай. Отлично, все, дрон минус. Погоди, Мэтьюс. Ой-ой-ой, сейчас будет больно, сейчас будет очень... Боеукладку, блин, взорвите! Так, взорвали, хорошо, но надо спрятаться. Погоди, нельзя боком поворачиваться, сдохну, 57 хп. Тьфу, вот какой бой в жанр хоррора можно определить. Прям стопу. Вот он сейчас развернется и придет ко мне. Это Терминатор, точно. Во всей своей красе. Блин, не достаю до дрона. Оно идет сюда! А у меня хп это с гульки нос. Ой-о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 й. Тихо, мой единственный шанс это поехать вперед и забрать его. Так, минус. Давай. Фух, успел, только сейчас сзади еще. Его убили, по-моему. В последний момент, смотри, одна пуля мне в затылок. И все. И был бы кран, но кран не случился, а какой-то чел 5 фрагов накосил. Пипец, я тут превозмогал. Это жесть. Ой-о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 й, успею! Не успел. Немножко развернуться, подарил врагу фраг. Ну ладно. Чел, тут сзади враги. Извини, что я тебя подрезал, и что тебе пришлось остановиться, но враги реально как бы тут. Так, 1200, хорошо. Да, с отработкой всех перков, конечно, вообще прямо хорошестно идет. Сейчас. Опа, герц уже заряжен. Внезапно первая машина, на которой мне герц наконец-то заходит. Сколько уже было тестов, еще-то вообще все прям не то да не то, и хоть тресни, а тут вон. Добротненько идет. У нас, правда, балл сейчас заберут. Так, там, кто ты? Кто ты, чудовище? Оп. Как я вовремя, а? Выжигаем бачочек. Как у тебя красиво отваливается оружие. Мне прям нравится. Да бесполезно, это не поможет тебе это. Пипец, жиромобиль внезапно с ракетами, охренеть. Хотя бы не как обычно, там какой-то упоротый сумрак. Он сейчас умер, кстати, от того, что выстрелил, сам себя взорвал. Но у него шансов уже не было, он не мог не убежать от меня, ничего, так что... Как бы... А ты хорош. Там уже было без каких-либо вариантов. Давайте я этого челика немного погоняю. Все равно у нас дело к концу движется. О, как у тебя бочечки-то лопнули. Ну все, пирожок, нет тебя. Угу, готово. Теперь мы тут опять паровым катком несемся, всех убиваем почти в сухую, и просто бой закончился. Реактивные сливы прям безостановочно. 1-1-1-1 очков получено, 4-е место. Реактивные сливы реально прям что-то безостановочно. Блин, из видео в видео. То синяя команда, то красная команда. То так, то сяк. Минута-полторы проходит. Большинство боев такие. Просто минута-полторы. Вжух, все закончилось. Все умерли. Что-то странное. Так, ладно. Я думаю, на этом пока что остановимся. Как уже говорил, мы попробуем еще с йокаями. Но это будет уже в следующих видео. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.